Всем привет! Продолжаем дальше проходить маленькие кошмары. Давно-давно не было. Вот, решил, короче, продолжить прохождение этой игры. Ну, я уже, честно, не совсем помню, на чем остановился. Но сейчас разберемся. Я точно помню то, что я прошел двоих поваров. Я прошел... А, ну вот, походу. И вроде на этом закончил. И все. После этого я ничего не записывал. Я уже забыл, если честно, что тут за управление. Ну, короче, я думаю, руки вспомнят. Разберусь. Так, лестница какая-то. А если отпущу? Да, лучше не отпускать. То есть вот управление, я говорю, тут не очень из-за вот этого лота. Мы, короче, залезаем на корабль какой-то. Ох, какой свет-то. А, стойте, нет, это не корабль. Вон там кто-то идет. Я пока не понимаю. Но это какие-то, видимо, люди, что ли. Ну, кто-то, в общем, идет на корабль. А мы все ползем. Ну, неплохо. Это вот как раз вот эти вот-то. Ну, я еще раз повторюсь, я не знаю, кто это. Какие-то люди, либо кто... Короче, это, походу, для них повара все это готовят. Но сейчас дальше, я думаю, нам игра расскажет вообще, что тут происходит. Пока настолько... Как? Только чуть-чуть рассказали, в общем. Повара тут какие-то, какой-то длиннорукий. А, ну да, вон они. Офигеть. Загрузка прошла, точнее пошла. Также думаю серию записать на минут 30, может быть больше, смотря что по заданиям будет, потому что последний раз я помню, я аж на 40 минут записал, или на 48, почти на 50 минут, потому что я пройти не мог долго. Но короче, ничего страшного не случилось. Так, ломаем досочку. В принципе, мы это уже делали. Все трясется. Ну там ничего, такие туши шли. Держим, держим равновесие. Не падаем. Так, ага, вот они. А они, если меня увидят, ничего ж не будет? Не, они меня не увидят. О, вон она стоит. Какая-то... Какая-то, я не знаю, кто это. Ну, похоже на то, что она тут всем заправляет. Так. А тут-то у нас... Я не знаю, стоит ли прятаться или нет, но если тут так много всего, то я думаю, нет. Что у меня есть, если столько всего здесь? Хотя я думаю, эта игра, в принципе... Вон он какой. Дядя, ты чё? Это чё? Это пиздец! Нифига тут-то.
А делать-то чё? Мне жалко этот стул. Можешь вообще в наглую залезть. Так, нет, она меня поймает. Ну, надо, короче, как-то туда перепрыгнуть. Я это... Ну, я как... Я понял то, что туда надо перепрыгнуть, скорее всего. Но я не понимаю, как. И то, это не точно то, что туда надо перепрыгнуть. Просто я смотрю, там вроде выход какой-то есть. Но от этого надо вот это бежать, короче. Блин, нифига, дайте силу этому полу. Сколько он тут КГ держит просто. Игра в прятки. Делать-то? А если... Оп, оп, они меня такие, оп, увидели. Но достать не могут. Хорошо. Она меня может даже достать или нет? И она еще упадет. Нет, она меня не достанет. Это хорошо. Так, дальше мы прошли. Я понял, что надо сделать было. Как хорошо то, что я маленький. Так, и чё? А, окей. Так, всё. Это мы прошли. Еще одного гномика мы обняли. Так, как зажечь? Ага, все. Хорошо, зажгли. Ну а тут что дальше-то? А, это типа просто сохранение и все. Ну-ка. Ну да. Дальше я тут никак не пройду. Ладно, понял. И гномик за мной дальше не пойдет. А, все-таки надо, чтобы меня увидели. Нет. Нифига у него лицо. Чик, оп, оп, тянется, тянется. Куда, куда? Я не понимаю, что мне надо сделать. Блять, схватили. Фига он. И все. Даже не живо, не живая. Блять, как это сказать? Не прожевывая. А как? Так. Ну что-то я понимать потихоньку начал, что надо сделать. А я не могу типа... О! Нет, только если качаться. Все, ладно, понял. Давай, подтягивайся. Еще раз. Все. Это пиздец.
Это вот уже страшно становится. Отстаньте от меня. О, сохранение. Блять. Поймала. Я же там сейчас возрождусь? Нет. А зачем тогда мне это сохранение? Тогда все сложнее. Намного. Ну ладно. Я не знаю, со какого раза я пройду это, но я это пройду. Сейчас вот прям хопа. Эй, куда? Куда? А? Куда? Куда, блядь? Ух! Нет, я это сделал. Они же не ползут? Не, им пофигу. Нет, только... Блять, то это пиздец. А нельзя залезть, типа, не? Заново. Все, первый раз получилось, больше так не получится. Серьезно говорю. Да, блять, управление это, оно меня убивает. Наверное, все-таки реально лучше играть на этом, на джойстике. Наверное. Так, так. Ребенка не трогайте, блядь. Сука. О, прошли еще раз. А, да вы легкие вообще. Да. О, фух. Все. Так, это мне вот сюда, да? Да. Да. Правильно, скинь кому-то на голову лучше. Окей. Второй уровень пошел. Ага, мне туда. О, да-да-да. Куда, куда? Да что ты так бежишь-то медленно? Это пиздец. Это пиздец. Сейчас они вообще все за мной побегут, да? Ты чё? Ты чё? Сука! Нет! Нет, не жги меня! Он меня вообще, он меня не сожрал, он меня даже не дошел, он просто меня задаю. Это так. Это уже сложнее, да хотя... Я сейчас пройду, так надо только понять, что мне сделать надо, где мне спрятаться. Так, окей, ты за мной. Ага. А? Наебал? Наебал? Нет! Сука! Я же прошел! Но это управление, оно меня убивает. Я не могу с этим управлением. Да-да-да. Га, он влетел. Бля, да... Управление. Интересно, сколько вообще за все прохождение я сказал слово управление? Ебать! Куда? Какие... У него руки. Кого? Как он меня достал? Пиздец. Да
Так он еще и капец, он гоняет, как иномарка. Я хуею. Ну куда, куда? Блять, нихуя. Не, ну он вообще, я не могу. Залети! Да как ты меня берешь-то, как? Сука. Так, ладно, все. Спокойствие, сейчас все пройдем. Нормально будет. Ну, я не пойму, вот ты там кушаешь? Ну кушай, ё-моё, ну сломался у тебя стул. Все, что тебе от меня надо? Блять, он еще на ускорении. Короче, тут-то вот, тут-то. Фух. Ебать! Ес, нахуй, я прошел, я сделал это. Наконец-то. Блять. Кто, я еще... Я отъебался. Блять, ну не говори то, что ты меня сейчас поймаешь еще. Отстань от меня, блять, ну ты заебал. Поймал, да? Такой петух. Я не могу. Он же меня не заметил, по-любому не заметил, но не должен был. Вот, вообще вот здесь вот загасимся. Так, он бежит. Несется, тушит 150-килограммовая. Да, уебывает. И чё, вообще он ушел? Вроде как дверь закрыл, все. Значит, его нету. И чё? И куда? Чё с этим сделать надо? Но оно же не просто так упало. Может там а что-то? Да и нет вроде. Да и ну-ка. Вообще есть догадка. Но я не знаю. Может быть. Попробовать разбить стекло. Он, короче, сюда прибежит. Будет смотреть. О, что такое? Как же так? Стекло разбили. И все, а мы такие в лифт и все, и выше, этажом. Угу. Попробуем. Да подожди вообще. Коль там изображение дальше осталось. Я не понял. Так это потайная дверь, что ли? Понял, все, понял. Ползем дальше. Так. Вот маленьким удобно. Да он жесткий. Главное сейчас не упасть. Выше этажом. Хорошо.
что у нас здесь? Так, понятно, не посмотришь. Ну, вроде ничего. Вы кто? Ебать! Я куда попал? Давай! Беги! Чё за ху... Ебать их там! Нет, беги! Это пиздец, они просто меня задавили. Они даже не заметили меня, в смысле. Блять, вот это жестко. Да они меня там ждали. Я сразу побегу, чё. Да пиздец. Так вот здесь не стопимся. Офигеть. Нет, нет! Пиздец, опять задавили. Я просто, ну я... Вот как... Ладно. Еще раз. А зачем вы, кстати, маски придумали? Ну, типа, чтобы страшнее было, да? Так-то и так страшно. Когда ты маленький, и за тобой бегут 200 тысяч кг. Вот это подъебало вообще конкретно. Ебать. Давай! Нет! Сука, блядь. Я слишком быстро отпустил. Обидно? Обидно. Ну ладно. Забыл, сука, забыл то, что тут это. Мне почему-то... Вот я хочу дальше просто бежать, потому что слишком долгий коридор. Хочется просто дальше бежать. А там... И резкий заворот. Ладно. А, нет, это не то. Перепутал. Теперь у меня еще меньше времени. Так, хорошо. Оба. Оп, давай. Так, хорошо, хорошо. Просто не приближаемся слишком быстро. Близко. Давай! Отпускаемся! Оп! Хорошо. Давай, до свидания. Вон там кто-то ползет. Да-да-да. Ну и чё, и чё, и чё? На кого? На кого ты там это-то? Зубы свои точишь, если у тебя вообще они есть. Куда? Тут вот я с 10-го раза прошел. Так, я опять кушать захотел. Ну, сейчас, я думаю, найдем что-нибудь.
О, а вот и нашли. Давай, давай, сосиску. Куда? Какого гриба? Какого? Че? Это же... Это наши друзья, грибы. Ебать. Мы похавали гриба. Блядь, сосиску? Он тебе сосиску давал, а ты... Промахнулись. Эх, жалко. Но бывает, че. Промахнулись немного. Слишком сильно кушать хотели. Да не, возможно, это просто... Ну, блядь, понятно то, что это специально по игре так сделали. Ну, нельзя друзей кушать. Друзей не кушают. Да. Все. Ебалось. Их из-за кто-то. Че, не? А, вон там лесенка. Управление, я понял. Еще раз сказал управление. Так, ну, давайте вот что-нибудь возьмем. Да, можно и так. Я думаю, никто нам тут не помешает. Я как понял, короче, опять мы просто лифт вызываем. Да, опять лифт вызываем. На всякий случай я просто вот спрячусь вот так. Типа я статуя. Не надо прятаться, никого нету. Хорошо. Так, получено достижение гостиная. Но мы двигаемся дальше. Манекены. Глаз какой-то. Картина, точнее, с глазом. Еще, да только уже дверь с глазом. И нужен замок. Ну, как я понимаю, замок мы попозже найдем, либо нам надо будет стащить его. Опять, как обычно, все опасно. Кто-то там завывает, воет кто-то. Либо это музыка такая, я не знаю. Вот так вот подобыскаться немного можно. Да-да-да, повой тут. Надо запомнить, у нас смотрят в разбитое зеркало. В разбитые зеркала, как я помню, нельзя смотреть. Значит, что-то не так. Так, там пацан какой-то. Подожди. И чё, она тут постоянно вот так вот воет, что ли, у себя в комнате? Так. Ну, в общем, короче, я уже понял, чё как. Нам придется разбить вазу. Хозяйка, ты там это... Не обидишься же, да? За вазу какую-то с глазом. Я не знаю, либо что еще тут нарисовано. Не обидишься же, да? Ну, не обижайся, короче. Вот и ключик. Давай заползаем. А, блядь, ключ проебали. И чё? Так, её нету там. Ну, ничего не происходит.
Значит, либо нас уже спалили и ждут это пиздюлей дать. Либо же, чё, либо же. Ну, либо я не знаю. Ну, пойдем потихоньку. По темным углам. Тут, видите, тут манекенов очень много. Типа, она может прятаться за манекеном. И мы даже не поймем то, что это она. Потому что тут много манекенов. А возможно, возможно... Ее вообще здесь нету. Она просто съебалась. Взяла. Мы опрокинули вазу, она нет бы пойти посмотреть, что там творится. Она пошла, прогулялась. Ну, вообще, нам-то что вообще? Нам наоборот хорошо. Никаких проблем. Взяли ключик, открыли дверь, дальше пошли. Ну, нормально. Дверь открыта. Блядь, вот это уже страшно, блядь. Ну, конечно! Блядь, не надо! Опять управление! Ну, ничего необычного, чё. Ну как обычно. Ну ладно. Вон она стоит, а это не, она. Зеркало. Куда бежим? Бежать-то куда? И чё, встали? Так, о, 34 минуты. Все, сохранение прошло. Дальше продолжим. Попозже. В общем... Зеркало какое-то. Я его разбил? Нет. Вот, короче. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Плейлист на эту игру будет в описании. Всем пока. Я хотел мудать, я хотел мудать, я хотел мудать.